Всем доброе утро, всем здравствуйте. Девочки, у меня, смотрите, уже сегодня борщ сварился. И тесто вот решила поставить. Сделать пышки с борщом любимые. Давно-давно не пекла, что-то вспомнила. Вот, сейчас поставила вот тут опарку. Подойдет и замешу тесто. Растительное масло добавлю. Соль, сахар, дрожжи, все, больше ничего. Борщ со свежей капустой. Капусту еще не снимали. Резала, попробовала, она еще горонит. Надо, чтобы хотя бы раза два ее морозом ударила. Я еще не сажала ни лук, ни чеснок. Вот, говорят, на покрова надо сажать, именно 14-го, чтобы был хороший урожай. Но тепло у нас вот тут стояло, я боялась, что прорастет лук. А чесноку-то не страшно, а вот лук нежелательно, чтобы пророс. Ну и желательно, чтобы укоренилась. Азалия, моя девочки, цветет. Это вот бледно-розовая, она прям как розочка, видите? Она заканчивает уже все свое цветение. А это еще вот темно-розовая, еще вовсю цветет. Фиалочки здесь вот у меня, видите? По всем окнам фиалки. Тоже вот отцветают. Все лето цвели. Вот это вот мне нравится, красивая. Она перламутровая. Название не помню. Хотела купить в светофоре гуматкаля, его не было. Вот купила фертика люкс для всех, для цветов, для рассады. Вот и поливаю этой фертикой. Вот развожу по инструкции. Там капелюшечку на литр, налеечку насыпаю и поливаю. Красоточки, да? Нравится мне. Не знаю, будут второй раз цвести или нет. Девчонки там мне пишут в комментариях. У многих они не выживают, не приживаются. Сейчас жара начинается, на окнах стоят. Внизу батареи, поэтому не знаю, как они у меня выживут, не выживут зимой. Осенью-то им было хорошо, потому что у меня всегда было окно открыто настежь. Пожарились у нас лепешки. Девочки у меня обедают. Забрали мы их после школы. Здесь вот сделала я чесночок со сливочным маслом. Сейчас помажу. Чего ты, Вероника? Горячая? Да ты что? Борщ горячий. Угу. Дуй. Ветер в голове есть, дуй. Все, так вот у нас будет борщ с лепешками, с чесноком. Борщ, кстати, очень вкусно. Вот. Горячий. Вкуснотища по-деревенски. Осталось тесто у меня с лепешек. Решила сделать беляши. Здесь у меня фаршик. Уточка с курочкой, лучок, зира, перец черный и соль. Все, больше ничего. И вот колобочки подошли уже. Я так вот руками все всегда делаю. Ни муки, ничего у меня тут, ни каталки нету. Вот так вот все, ну, легко-легко руками все. Видите, расходится по столу маслом. Самое главное, смазать надо стол, руки. Вот, и будет все хорошо. Пока у меня там жарятся беляши, я разбираю чеснок, стою на зубчики, на посадку. Беру вот только первый ряд. А вот остальные там, если попадаются во втором ряду, я их вот сюда отбрасываю. Я их не сажаю. Такие, видите, миленькие, маленькие, они не нужны. Вот, видите, сколько уже нашелушила.
Нажарила вот целую чашку. Ну, я обычно замораживаю все. Все, что съедаем сразу, остальное все в заморозку. И по чуть-чуть каждый день по два штучки размораживаем и съедаем. Вкусные беляшики попробовала я. Сочные, вкусные. Все, идем в огород. Вышла я на улицу. Ветер у нас. Ветер дует уже четвертый день. Хризантемочки мои, мультифлорка цветет, девочки. Сегодня был минус один. Прудик замерз у нас. Сейчас, правда, растаял. Такая вот красота. Эти вот все подмерзли. Бархотки надо выбросить. Горшочек почистить этот еще. Боже мой, какая же красота. Девочки, любуюсь, любуюсь. Скоро все этого уже не будет. Придет зима. Одна краше другой, да, девчонки? Ну, они вот эти, видите, высокорослые у меня. Надо теперь их как-то будет на следующий год сажать по-другому мне. Я просто их весной купила, не знала, где какая будет. Хотя покупала, все низкорослые были, написано. А розочки цветут еще. Красопеточки. Не хотела, не хотела цвести, нет, надумала, а то все задумывалось. А цвести, не цвести, нет, смотрите, расцветает. И сиреневая, и вот такая, как топленое молочко, кремовое. И вот бордовая тоже расцветает. Тоже не цвела у меня, но подкормила вот гуматкалием и начала цвести. Лабелька, девочки, мороза не боится. Видите, был минус, даже прудик у нас замерз сегодня ночью. Она стоит хоть бы что. Сейчас промчались три пожарки. МЧСники, наверное, что-то случилось в нашей деревне. Не знаю, напишут потом в XRF. Сейчас вот немножко вроде бы к вечеру стало утихать ветер. Целый день с утра до ночи и дует, и дует, и дует. Прям без перестану. И холодно. Прям сильно у нас похолодало. Хвостики, видите, все уже пропадают. Мороз прям хорошо тронул сегодня. Первый мороз сегодня, между прочим, был. Минус один. До этого не было у нас морозов. Не знаю, ветер холодный. Что-то как-то не камильфо работать. Я вообще не люблю, когда ветер и работать. Продует насквозь сразу же. И невралгия, и все, что хочешь будет. Сейчас посмотрю. Может быть, нарежу бороздки, а завтра посажу лук да чеснок. Да, вот, наверное, курочкам нарежу рожь. Витаминки им. На улице вот тоже рожь поднялась. И в теплице тоже у меня, видите? Вот, для курочек тоже растет рожь. Оделась по-зимнему, вы увидите? Тулуп, свитер, шапка, и то холодно. Ой, нет, что-то мне не хочется сегодня работать. Пойду-ка я, наверное, накашу курочкам травы, да и на этом все. Друзья, накосила, видите, нарезала. Хорошо прям, нам очень нравится. Мы каждый год так с Валерой делаем. Засеваем в теплице, и потом она у нас до зимы растет. Потом мы просто двери закрываем, и здесь тепло, конденсат, капли капают. И немножко как бы и полив тут сразу идет, орошается она водичкой. Хорошо, и весной тоже снег сойдет, она уже тут зелененько стоит, рожь. Вот, и опять кормим курей, и на улице вот тоже. Холодно, на улице пока она еще плохо растет, рожь. Вон, картофельное поле тоже мы все же засеяли. Вот, сегодня я в сообщество высылала поздравления вам
С праздником Пресвятой Богородицы. Еще раз вас хочу поздравить с праздником. Желаю вам всем счастья, здоровья, самое главное, всем мирного неба над головой. Вот, и будем находиться все под покровом нашей Богородицы. Пусть она нас защищает, охраняет. Ну, а мы же ее тоже не подведем, будем тоже себя вести хорошо. Все, всем спасибо за комментарии, девчонки. У меня девчонки такие хорошие на Дзене, на Ютубе. Прям мне прям бальзам на душу, бабушки, ваши комментарии. Прям я так люблю их читать и отвечать. Девочки, огромное-преогромное вам спасибо. Прям я вам желаю всем всех-всех благ, счастья, здоровья. Все, всем пока-пока. Увидимся.